الصلاة الصلاة رحمكم الله. إلى الصلاة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن عمل بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون الكرام، يا أيها المسلمون في الداغستان، نحن نزلنا بلدكم هنا فشعرنا أننا منكم وفيكم في بلدنا وبين أهلنا. منذ نزلت من الطائرة وأنا في المطار شعرت بهذا الشعور بأخوة الإسلام. Уважаемый шейх приветствует всех словами «Ассаламу алейкум» и «Рахматуллахи ва баракату» и говорит, что очень рад находиться на земле Дагестана. И с тех пор, как приземлился наш самолет, и я спустился с трапа, коснулся этой земли, я почувствовал теплоту, как будто я сам из этой земли, и как будто это моя родина. И мне это стало очень приятно. ولما ذهبت إلى بيت صاحب السماحة فضيلة المفتي شيخ أحمد أفندي حفظه الله، شعرت أني أعرفه من عالم الروح وليس الآن تعرفت عليه. После того, как я посетил уважаемого шейха муфтия Дагестана Ахмада Хаджи Абдуллаева, после того, как я его увидел, я подумал, как будто я его знал раньше. Наша встреча была не телами, а душами. إنه عالم رباني لا يكتفي بالعلم بالمقال، ولكنه بالحال وبالسلوك وبالإخلاص والصدق. Воистину, я нашел его очень глубоким, знающим алимом от Всевышнего Аллаха. И его знания исходят от его сердца. ولما تحدثنا في أمور الدعوة والتعليم والجامعة قال لي أنتم نحن ونحن أنتم بنفس الفكر والمنهج من حيث الشريعة والحقيقة والطريقة. И когда в нашей беседе мы затронули о формах и методах преподавания в наших университетах и о том, каким образом мы делаем дават, мы поняли, и он сам сказал, ваш манхадж, ваш путь и наш путь обучения и знаниям, и тариқату, и сулуку одинаковые. Нахну фи Димашк аш-Шам قرأна аля шуюхина الكبار، وعلى رأسهم شيخنا الوالد علامة الشام الشيخ محمد صالح فرفور. Мы на земле Шама изучаем знания от больших, уважаемых, почтенных алимов, в числе которых является и мой отец Мухаммад Салих Фарфур. وكان يقول يا بني قبل كل شيء اعمر الإنسان قبل البنيان إنسانا صالحا عاملا تقيا مستقيما. И он мне всегда советовал, о мой сын, до того, как вы построите что-либо, вы сначала сделаете личность, сделаете человека хорошими нравами, с богобоязненностью. العلم وحده لا يكفي إذا لم تكن معه التقوى ويكون معه الخشوع وإصلاح القلب. Просто наличие знаний недостаточно, если это не сопровождает богобоязненность, хороший нрав и добрые отношения. Аллаху Та'аля يقولу في القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى واستعمركم الألف والسين والتاء للطلب، أي طلب منكم أن تعمروها عمارتها. Всевышний в Коране говорит смысл
Воистину Он вас сотворил из этой земли, и здесь же повелел вам строить жизнь, строить эту землю. بأي شيء نعمر الأرض؟ А каким образом мы будем эту землю строить? فقط بالبنيان والأحجار فقط؟ Только стенами и зданиями? لا. نعمرها بالبنيان ونعمرها بالإنسان الصالح. Нет, наоборот, мы будем строить его и зданиями, и людьми благородными, благочестивыми, богобоязненными. هذه مهمتنا في هذه الدنيا. Это и есть то, что нас заботит, и то, что является для нас очень важным в этом нашем мире. هذا الإنسان هو خليفة الله في الأرض. Этот человек является наместником Аллаха на земле. بدليل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. И доводом этому служат слова Всевышнего Аллаха, обращаясь к ангелам. Аллаху Тааля сказал: «Воистину, я здесь на земле установлю халифа, наместника». فنحن مطلوب منا أن ننشر الهداية. И от нас требуют, чтобы мы распространяли путь к истине, путь к спасению. وأن نبلغ رسالة الله. И чтобы мы доводили послание Всевышнего Аллаха. وأن نطبق شريعة الله. И чтобы мы строили соответственно шариат Всевышнего Аллаха. ورأس هذه تحقيق العبودية لله. أول كل شيء تحقيق العبودية. И главой всего этого является это усовершенствовать, установить истинное богослужение Всевышнему Аллаху. هذه العبادات التي نقوم بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها إذا لم يكن معها عبودية خالصة لله لا يستفيد الإنسان الفائدة المطلوبة. И эти богослужения, которые мы с вами совершаем в виде соблюдения поста, совершения намаза, хаджа, если в этих богослужениях не будет сопровождаться искренность в служении Всевышнему Аллаху, в них не будет никакой пользы. قبل أن يسجد رأسي على الأرض لا بد أن يسجد قلبي بين يدي الله تعالى. И до того, пока мы нашей головой, нашим лицом сделаем земной поклон, наше сердце сначала должно совершить этот поклон Всевышнему Аллаху. لأن المقصود من العبادة تحقيق العبودية. Так как смысл от богослужения – это совершенство этого богослужения. قبل أن يرحل جسدي إلى مكة للحج يجب أن يرحل قلبي إلى الله أولاً. И до того, пока мое тело прибудет в Мекку, чтобы совершить хадж, мое сердце должно прибыть ко Всевышнему Аллаху богобоязненностью. قبل أن أطوف بالأحجار حول الكعبة يجب أن يطوف قلبي بالأنوار الإلهية. И до того, пока мое тело будет крутиться вокруг Каабы, должно мое сердце крутиться вокруг света, нура, исходящего от Всевышнего Аллаха. لذلك الله تعالى يقول ففروا إلى الله. الفرار إلى الله أن نتخلى من الأنا. Поэтому Всевышний Аллах говорит: вы бегите ко Всевышнему Аллаху. А для того, чтобы мы стремились ко Всевышнему Аллаху, мы должны освободить свое сердце от людей. والأنا от своего навса, от собственного эго. والأنا تشمل الكبر والعجب والأنانية. أهل الله يقولون لا يدخل حضرة القدوس أرباب النفوس الذين يقولون الأنا لا يدخلون على الله عز وجل مطرودون من 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 حضرة القدوس سبحانه وتعالى. Мы знаем, что с эгом человека, с нафсом сопровождает высокомерие, самодовольство. А Всевышний Аллах говорит, что в сердце человека, в котором есть собственное «я», туда не входит нур Всевышнего Аллаха, нур познания Аллаха. فَإِذَا تَخَلَّ الْإِنسَانُ عَنِ الْأَنَا
ودخل على الله من باب العبودية والذل والفقر فإنه يقبله الله تعالى عبدا. И когда человек освободит свое сердце от собственного «я», собственного эго, тогда Всевышний Аллах приблизит его к себе и войдет в его сердце нур познания Аллаха. لذلك من أهم شيء في المسلم أن يزكي نفسه ويصلح قلبه. И поэтому самым важным для мусульманина является сначала очистить свое сердце. تزكية النفس قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. И он должен очистить свое тело тоже от скрытых болезней сердца. Воистину Всевышний говорит, описывая нафс, что это нафс, который обманывает человека, украшает ему всякие мирские сладости, и Аллах восхваляет тот нафс, который человек очистил. А чтобы очистить нафс, нужно проявить усердие. لأن النفس أمارة بالسوء. Так как нафс повелевает всегда плохое. والنفس والشيطان مع بعض يأمران بالسوء والمعصية. И вместе с нафсом в помощь ему находится шайтан, и вместе они повелевают человеку греховное, подталкивают его к греховному. لذلك علينا أن نجاهد أنفسنا في إصلاحها. Поэтому мы должны стремиться бороться со своим нафсом, воспитывать его в благих нравах. Чтобы этот нафс стал покорившимся, успокоившимся велением Аллаха. Я айятуха нафсу мутмаиннату, маза? Удхули, иржи'и иля раббики радиятан мардия. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك المطمئنة التي تخلصت من الأمر بالسوء. И поэтому говорится: о нафс, который успокоился, освободился от грехов, от побуждения к греховному, зайди в рай, успокоившийся и довольным тобою Всевышний Аллах. أما المتكبرون فهؤلاء يطردهم الله سبحانه وتعالى. А что касается возгордившихся, высокомерных людей, Аллах отдаляет их от себя. الذين يتكبرون بالمال وبالجاه وبالقوة وغير ذلك, هؤلاء لا شأن لهم عند الله تعالى. Это те люди, которые гордятся своим имуществом, своей властью и своим окружением. Таких людей Аллах не приближает к себе. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون نبيا ملكا كسليمان وداود. Нашему пророку алейхиссалату вассалам предложили выбрать быть правителем над всем миром, подобно как это было предложено пророку Сулейману и Дауду алейхим ассалам. أو يكون نبيا عبدا مسكينا. Или же быть рабом, обычным рабом, нуждающимся во Всевышнем Аллахе и не обладающим большим имуществом. فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. Посланник Аллаха в ответ попросил: «О Всевышний Аллах, ты сделай меня из числа нуждающихся и сделай, умертви меня, когда буду умирать тоже, чтобы я был в их числе, и подними меня из могилы вместе с нуждающимися во Всевышнем Аллахе». تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشي أو قالت تحت لحافي. Аиша радиаллаху анха говорит: посланник Аллаха алейхиссалату вассалам зашел, говорит, ко мне в комнату, когда я находилась в постели. حتى مس جلدي جلده. И когда он зашел,
на мне была преграда, накидка или платье или преграда, но все равно его тело тронулось моего тела. ثم قال فقال أتأذنين يا ابنة الصديق تسمحين لي أن أقوم إلى عبادتي تأذنين. И тогда посланник Аллаха попросил у нее разрешение, разрешишь ли ты мне, о дочь Абу Бакра, Аишат, мы знаем, это жена пророка, алейхиссалату вассалам, в эту ночь провести в богослужении. فقالت يا رسول الله أحب قربك أن أكون قريبة منك وأوثر هواك أفضل أن أتركك كما تحب. Она ответила, о посланник Аллаха, мне, я люблю, мне хочется, чтобы ты был рядом со мной, но все равно я выбираю твое желание над своим желанием, над тем, что я хочу, я выбираю то, что ты хочешь, и поэтому делай, как ты хочешь. После этого посланник Аллаха сделал омовение и стал в намаз. فبكى حتى بل لحيته البكاء وصل إلى لحيته ثم بكى حتى بل صدره ثم بكى حتى بل حجره. После этого, будучи в намазе, посланник Аллаха стал плакать. У него потекли слезы настолько, что намочилась его борода, потом грудь и потом все платье. ثم سجد فأطال السجود. سجد طويلا حتى ظنت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض مات. После того как посланник Аллаха совершил сужда, он очень долго пребывал в ней, что Аиша رضي الله عنها подумала, что с ним что-то случилось. فحركته فإذا به يتحرك. Потом она уже, не поверив, что все хорошо, стала его рукой шевелить, все ли с ним в порядке, и нашла, что в порядке. فلما انتهى من صلاته سلم عليه الصلاة والسلام قالت له السيدة عائشة يا رسول الله رويدك ارفق بنفسك أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إذا كان غفر الله لي ذنبي يجب أن أكون عبدا شكورا كثير الشكر لله لذلك كان يصلي ويبكي ويستغفر. После этого, когда он завершил намаз, Аиша радиаллаху анха, обращаясь к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказала, «О посланник Аллаха, пожалей немного себя, свой нафс. Разве Всевышний Аллах не простил тебе все предыдущие и последующие грехи?» На что посланник Аллаха ей ответил, «О Аиша, разве я не должен быть рабом, благодарным Всевышнему Аллаху?» أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عبادا لله صالحين. Вот так были и все другие сподвижники посланника Аллаха алейхиссалату вассалам. Они были людьми, много поклоняющимися Всевышнему Аллаху. لا يفسدون في الأرض ولكن يصلحونها. Они на земле строили благочестие, не строили грехи, не строили фасад. العالم اليوم في العالم كله محتاج إلى عباد الله الصالحين. И сегодня весь мир нуждается в таких благочестивых, богобоязненных, поклоняющихся Всевышнему Аллаху людях. أمثال سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Подобно Абу Бакру, Умару, Усману, Али رضي الله عنهم. لسنا بحاجة إلى فرعون ونمرود وهتلر وموسوليني وجورج بوش وأمثالهم. من المجرمين. Нам не нужны такие люди, которые строят смуту подобно фараону, подобно Намруду и других правителей, которые сегодня строят смуту. المسلمون قادرون ومسؤولون بين يدي الله أن يصلحوا الدنيا. نحن وإياكم مسؤولون بين يدي الله أن نعود نصلح الدنيا. И сегодня мусульмане могут выстроить хороший мир, благочестивый мир, показав это своими нравами и богобоязненностью. فنحن جميعاً
معشر المسلمين مسؤولون بين يدي الله عز وجل حتى نعيد العالم إلى الأمان والعدل والسلام والأخلاق. نحن مسؤولون. Сегодня весь мир погряз в несправедливости, в притеснении, в грехах. И сегодня мы, мусульмане, все несем большую ответственность перед Аллахом, чтобы исправить и призвать людей к истине. Своими нравами, хорошими поступками, богобоязненностью мы должны показать хороший образ для всего мира. ذلك لأن الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المسلمون يمثلون الوسطية، والوسطية هي اليسر وهي الاعتدال والبعد عن التطرف ذات اليمين أو ذات الشمال، والبعد عن الشدة والبعد عن التنفير والتكفير، هذا الذي أصبح الآن ينسب إلى الإسلام والإسلام بريء منه. الإسلام هو الوسطية وهو الرحمة. Поэтому Всевышний Аллах, описывая исламскую общину, мусульманскую общину, сказал, что это умма, которая несет в себе справедливость, несет в себе милость, сострадание ко всем, которая не переходит границы дозволенного ни вправо, ни влево, а держится хорошей, справедливой середины в отношении всех людей. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه المشركون لأخلاقه قبل أن يسمع القرآن، كان يسمى يلقب الصادق الأمين. Из истории قريشيты, язычники Мекки, любили пророка عليه الصلاة والسلام до того, пока он пришел к ним с призывом Аллаха, до того, как был ниспослан к нему Коран. Почему они его так любили? Из-за его хороших, благородных нравов, из-за того, что он был доверенным среди них. والله سبحانه وتعالى مدحه وأثنى عليه بأخلاقه الكريمة، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. И Аллаху Тааля восхвалил посланника Аллаха в Коране за его благородный нрав, за его хорошие нравы, сказав: «Воистину ты являешься над всеми благими нравами, обладателем всех благих нравов». لم يمدحه بشخصه العظيم ولا بمقامه ولا بجاهه ولا بماله ولا بعلمه، كل شيء فيه عظيم، ولكنه مدحه بخلقه وإنك لعلى خلق عظيم. Всевышний Аллах не похвалил его за то, что у него был хороший этот ровное тело, здоровое тело, за то, что у него был хороший ум, красноречие или знания у него были, или за то, что он обладал имуществом, людьми, которые его окружали. Это все тоже в нем было самым почтенным и самым высоким. Но Всевышний подчеркнул его нравы и сказал: «Воистину ты являешься обладателем всех великих нравов». Потому что нравы человека являются основой, итогом всей нашей религии, отношение человека к его религии. Это показывает его богобоязненность. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Воистину наиболее любимые из вас для меня и наиболее близкие ко мне в судный день – наиболее совершенные из вас в благих нравах». وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ، يعني متكبرون. И наиболее нелюбимые для меня, ненавистные мне, и наиболее далекие от меня в судный день – это болтуны. والمؤمن كما ورد في الحديث هين لين، المؤمن هين لين يألف ويؤلف. А верующий человек – это тот человек, то есть у кого есть иман, это тот человек мягкий в своих нравах, который тянется к людям и доброжелательный к ним. ليس المؤمن
هو الذي يحكم على الناس بالكفر ويتعامل معهم بالفظاظة، وأنت مشرك وأنت إلى النار، وكأنه هو وحده سيدخل الجنة. من قال هذا؟ Истинным верующим не является тот человек, который упрекает других грубостью, нехорошими нравами, спешит обвинить в куфре, в неверии, как будто он и есть избранный, который будет в раю. الله تعالى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. Всевышний Аллах, обращаясь к пророку عليه الصلاة والسلام, сказал: если бы ты был грубым, жестокосердным, то они бы отдалились от тебя, разбежались бы от тебя, говоря о сподвижниках. فاعف عنهم واستغفر لهم. Ты прощай им их ошибки и проси прощения для них у Всевышнего Аллаха. فالعفو والمحبة والتسامح والمغفرة هذا من صفات المؤمنين الصادقين. Воистину прощение другого, снисхождение к нему, проявление милости – это является из хороших качеств верующего человека. هناك بعض الشباب من أبنائنا من أبناء المسلمين الآن يزعمون أنهم سلفيون، ثم هم يكفرون الناس ويستحلون الدماء ويقتلون. هذا بعيد عن الإسلام وعن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف. Сегодня вокруг нас есть такие верующие, которые называют себя салафиюнами, салафитами, спешат обвинить других в неверии, обвиняют других, это не является из хорошего нрава мусульманина. Это не из ислама такое отношение. هذه ليست سلفية. ما هكذا كان سلفنا الصالح. Это не является чистосердечием. Так не поступали сподвижники пророка. Благочестивая умма не поступала так первых 300 лет. سلفنا الصالح كانت لديهم الرحمة وكانت لديهم الأخلاق الكريمة وكانت لديهم المغفرة والعفو. هكذا علمنا سلفنا الصالح. У наших праведных предшественников не были нравы плохие, наоборот, в них преобладало милосердие, снисхождение, прощение, уважение к другому. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. 300 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء السلف الصالح. К числу праведных предшественников относятся сподвижники пророка, их последователи. Табиуны и их последователи, то есть люди, которые жили в первые 300 лет, в период пророка и последующие 300 лет. وهم أهل السنة والجماعة. Они являются людьми أهل السنة والجماعة. والأئمة الفقهاء الأربعة هم السلف الصالح وأتباعهم سلفيون. И имамы четырех мазхабов, они являются тоже из числа праведных предшественников и их последователи тоже. لأنهم كلهم كانوا في القرون الثلاثة التي وردت فيها الخيرية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. ثلاثة قرون. Так как они все находились именно в этих 300 лет, о которых посланник Аллаха сказал, алейхиссалату вассалам, лучшие века после меня – это век, в котором нахожусь я, потом следующий век, потом следующий век. После этого распространится смута. فالإمام الشافعي وأتباعه والإمام أبو حنيفة وأتباعه والإمام مالك وأتباعه والإمام أحمد بن حنبل وأتباعه، هؤلاء الأئمة الأربعة يشكلون السلف الصالح أهل السنة والجماعة. Что касается имама Абу Ханифа, имама Малика, имама Шафии, имама Ахмада и их последователей, их учеников, эти عالمы, эти люди являются людьми, которые относятся к числу праведных предшественников. أما الذين جاءوا بعد 800 سنة بعد 8 قرون. А что касается тех, которые пришли через 8 веков после этого времени. فهؤلاء ليسوا سلفا صالحا. Они не могут быть праведными предшественниками, чтобы называть себя салафиюнами. هؤلاء من الخلف وليسوا من السلف. Они последователи периода праведных предшественников. ولو كانوا علماء نحترمهم ونجلهم ولكن لا نتبع مخالفاتهم إذا خالفوا السلف الصالح خالفوا أئمتنا.
Если те, которые пришли после восьми веков, если они являются из числа обладателей знаний, из алимов, мы их будем уважать, мы их принимаем, следуем за ними, только в том случае, если они не противоречат праведным предшественникам, четырем мазхабам. فكيف بمن يأتي الآن بعد 1400 سنة ويقول أخطأ الإمام الشافعي وأخطأ أبو حنيفة وهؤلاء ليسوا سلفاً؟ بعد 1400 سنة هو سلف ويقول أخطأ الشافعي وأخطأ أبو حنيفة؟ ما هذا؟ И представьте себе, как может быть так, чтобы через 1400 лет сегодня приходили люди, появлялись люди, которые считают ошибки имама Ахмада, имама Шафии и говорят, что они ошиблись в каких-то вопросах. Те, которые сегодня, 1400 лет после них пришли. Это же, говорит, явная ошибка, такое быть не может. Это означает, что они обманывают, выдвигают ложь на самого пророка, алейхиссалату вассалам. Ан-Набий, саллаллаху алейхи ва саллям, قال: «Хайру л-куруни карни, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». ثلاثة قرون يشهد لهم بالخيرية. ثم يأتي هذا ويقول: «هؤلاء مبتدعون ومشركون ومخطئون». نحن كلام من نسمع؟ نسمع كلام هذا المتمسلف اليوم أم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ Они обманывают пророка словами, который посланник Аллаха сказал, что самый лучший век – это век, в котором я, потом последующий, сам своими словами посланник Аллаха засвидетельствовал, что это самые лучшие века. И те люди, которые в этих веках были, они самые лучшие из людей. И те, которые 1400 лет проходят и сегодня, называя себя салафитами, обвиняют предшествующие поколения, что они являются бид'а, что они вводят бид'а или нововведенцы, или они ошиблись и так далее, такое быть не может. Вы сравните это с логическим разумом. من الذي لا ينطق عن الهوى؟ هؤلاء أم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى؟ Кто говорит, кто измышляет, рассказывает вещи от своего нафса, от своих страстей? Те, которые сегодня обвиняют их, или посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, который свидетельствовал, что они самые лучшие? هو الذي زكى أهل القرون الثلاثة وأعطاهم الخيرية لهؤلاء الأئمة الأربعة والسلف الصالح. من النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم. لا نسمع إلى هؤلاء المساكين المخطئين. Эти века предшествующих поколений, первые 300 лет, это те люди, о благочестии которых сам посланник Аллаха сказал своими устами. Сам он засвидетельствовал, что они самые чистые и благородные люди. И кому мы поверим? Те, которые сегодня их обвиняют, называя себя салафитами, или будем следовать слову пророка и верить посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам? لذلك نقول لهؤلاء لأبنائنا وإخواننا الذين أخطأوا وانحرفوا وكفروا الناس وتطرفوا نسأل الله أن يغفر لهم وأن يصلح أحوالهم وأن يردهم إلى الصواب فهؤلاء أبناؤنا وإخوتنا لابد أن ندعو لهم بالخير والصواب وأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين حتى يتخلصوا من هذا الجهل. И сегодня нам не остается ничего, кроме как просить Всевышнего Аллаха, чтобы вот этих людей, они являются из нашей общины, чтобы этих людей Аллах направил на путь истины, чтобы Аллах открыл им понимание в религии, чтобы они оставили обвинения в куфре, в неверии, в заблуждении других людей. И мы тоже будем для этого делать дуа. ونحن نحمد الله أن شرفنا باتباع هؤلاء الأئمة الأربعة الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد نحمد الله أن شرفنا باتباعهم لأنهم هم السلف الصالح. И мы сегодня восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что Аллах почтил нас тем, что сделал нас из числа последователей имама у четырех мазхабов. Имама Абу Ханифы, имама Малика, имама Шафии, имама Ахмада. Раллия Аллаху анхум. Амма Мухаммад бин Абдул-Вахаб, ва хаулай, рахимаху Аллах, ва гафара лахум, фа нахну ла наарифухум. Нахну наарифу салафа салих, аль-имма аль-арба'а. А что касается Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, то мы просим Аллаха, чтобы Аллах отнесся к нему своей милостью, и мы за ним не следуем, мы его не знаем. Мы знаем праведных предшественников, за кем мы следуем.
ويجب على هذه الأمة أن تعود إلى المحبة والأخوة في الله وأن تترك الخلافات. И обязуется над нам мусульманам, чтобы мы объединились и оставили разногласия. وأن تكون متخلقة بأخلاق الإسلام تتعامل مع غير المسلمين بالإحسان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى اليهود في المدينة المنورة ويزورهم ويزور مرضاهم ويعودهم ويكرمهم ويحسن إليهم ولو كانوا يؤذونه. И нам с вами мусульманам обязуется приобретать благие нравы, проявлять хорошие отношения между собой и не только между собой и со всеми людьми, которые с нами рядом живут. Как это делал посланник Аллаха алейхиссалату вассалам, будучи в Медине, относился к евреям, живущим в Медине, и язычникам, хорошим нравом, посещал их, когда они болели, спрашивал их состояние и так далее. وهو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وأطلق كلمة الجار ما قال الجار المسلم والمؤمن والجار الصالح جاره مؤمنا مسيحيا يهوديا بوذيا إكرام الجار والإحسان إليه هذا من الدين من الإيمان. Ведь посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام сказал: тот человек, который верит в Аллаха и в судный день, пусть почитает своего соседа. Посланник Аллаха же не сказал соседа муслима, верующего. А соседом человека может быть и иудей, и христианин, и язычник, и безбожник. Посланник Аллаха сказал, тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть почитает своего соседа. ولما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كتب الدستور صحيفة المدينة بالتعاون مع اليهود ومع المشركين ومع المسلمين ثلاث أديان في صحيفة واحدة كتبوا الاتفاق بالحقوق والواجبات. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллама переселился в Медину, он заключил договора внутри отношений между евреями, христианами, язычниками и мусульманами. То есть на одном листе заключили договор в отношении между собой. أيها الإخوة, سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ومعنا ونحن معه الآن. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. Этот договор был заключен в исполнении прав, соблюдении прав друг друга, как соседа, как друга, как родственника. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, и сегодня тоже находится вместе с нами. Своими словами, своими повелениями, васиятами он вместе с нами находится. فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مقصرون. هل هذا معقول وهو بيننا؟ И когда посланник Аллаха находится среди нас, разве мы можем проявлять халатность, небрежность в исполнении прав и обязанностей между собой? قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Всевышний в Коране говорит, что Аллах не будет наказывать мусульман, общину, просто общину, среди которых ты находишься, о посланник Аллаха. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا أهلاً لهذا الشرف العظيم أن نكون بمعيته صلى الله عليه وسلم. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах улучшил наши сердца, наши нравы для того, чтобы посланник Аллаха находился рядом с нами. وَإِنَّ الدُّخُولَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَابِ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعِهِ. Воистину можно к прийти довольству Аллаха, к познанию Аллаха только через дверь, которую нам установил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, следуя ему и проявляя любовь к нему. والتخلق بأخلاقه وآدابه. И приобретая его нравы, его адаб, его воспитание. هذا هو الإسلام. هو رسول الله وأخلاقه وأعماله وسيرته. وليس ما يقوله فلان وفلان. Это и есть ислам. Это и есть основа ислама, нравы пророка, его воспитание, его слова, его жизнь. А не то, что говорит этот или тот. Нужно сделать так или сделать
по-другому. أرجو أن لا ننسى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا تعرض عليه أعمال أمته كما ورد في صحيح مسلم: تعرض علي أعمال أمتي ليلة كل اثنين وجمعة، فإن رأيت خيرا حمدت الله تعالى، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لأمتي. فهو بيننا ومعنا. А то, что посланник Аллаха находится рядом с нами всегда и видит наши с вами поступки, этому свидетельствует хадис пророка, алейхиссалату вассалам, который приводит имам Муслим, что каждый понедельник и четверг деяния моей уммы Аллах мне открывает, показывает. И если я нахожу среди поступков верующих что-либо хорошее, я воздаю хвалу Всевышнему Аллаху. А если я нахожу что-либо плохое, греховное, я прошу прощения у Всевышнего Аллаха за них. فيكم رسول الله. اعلموا أن فيكم رسول الله. لا تنسوا هذا يا أيها المسلمون، هذا كلام الله تعالى. رسول الله بيننا، كيف يجب أن نكون في أخلاقنا وفي علومنا وفي تقدمنا؟ هذا ما أختم به كلمتي، هذا هو الختام. اللهم أحينا على سنته. Вы знаете, о община пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, Аллаху Таала, обращаясь к нам, говорит: вы знаете, что посланник Аллаха находится среди вас. И как же мы с вами можем противоречить ему? Как мы не следуем его нраву? Мы же должны приобретать его нрав, следовать ему, его велениям и оставить все остальное. اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على شريعته، اللهم أحينا على محبته، اللهم أحينا، اللهم أمتنا على سنته وشريعته ومحبته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا أهلا لصحبته، اللهم شرفنا باتباعه، وأكرمنا بمحبته، اللهم أكرمنا بشفاعته، ولا تحرمنا في الجنة صحبته يا مولانا. اللهم لا تحرمنا صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا رؤية وجهك الكريم. اللهم أكرمنا برؤية وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أصلح فساد أعمالنا وفساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك على منابر من نور يوم القيامة. اجعلنا عند حسن ظن نبينا صلى الله عليه وسلم بنا، واحفظ اللهم هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، بل وانظر يا مولانا إلى عبادك جميعا وإلى الإنسانية كلها بعين عطفك ولطفك ورعايتك ورحمتك ورضاك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولأشياخنا وأساتيذنا ومن لهم فضل علينا ومن علمونا، ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأصهارنا وأرحامنا، ولمن فيك أحبنا ولمن أحببناه فيك، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأعط يا مولانا كل واحد منا سؤله وحاجته فيما يرضيك عنا. أجب دعانا بكرمك يا مولانا بحرمة الفاتحة. الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة.